Почему так много плохой рекламы? Первое, почему? Потому что мы по-прежнему очень считаем, очень любим обращаться к разуму. Люди покупают то, что любят, а не то, что нужно. Вот золотая фраза. Или закрыли глаза, давайте закроем на секунду. И что мы запомнили, что у нас осталось? Потому что тут рациональные преимущества — это король. То есть у людей всегда что-то болит, пучит, там зуб. И все маркетологи так или иначе думают так, потому что они знают все про свой продукт, и им кажется, что люди тоже хотят это узнать. Начинаю всегда думать про Наташу, я ее так назвал. Я уникальная, надежная, качественная, изысканная. Очень важно привязываться к эмоциям, давать человеку понять, что он классный. Меня не атаковали все эти 2 месяца или сколько, пока мы к хуку готовились, я думал, а не идиот ли я? 100% многим не понравится. Есть такой еще парнишка, Франсуа Банале, я его называл. То что бы он сказал? У меня есть одно маленькое замечание. Давайте. Они почему-то поют в душе, а гели для душа. Они, умываясь, они брызгают воду на лицо и смеются. Они принимают душ в полном макияже, он не смывается, и просыпаются сразу же в нем. Угадайте, что? Наверное, брокколи. Или сельдерей. А вот и нет. У нас здоровый завтрак, по-новому. Мамы матерятся больше, чем папы. Mac and cheese. Все, надо забыть. Нету больше больших компаний. Что стратегию нельзя разработать, ее можно только создать. Ее цыплята-пухлята, это хорошо, если так еще назвали. И хорошо, если такая упаковка. Очень много рекламы бренда Дармоедов мы видим каждый день. Я это назвал бренд с носом. У них вырастает нос. Здесь главное слово — это позиционирование. Здесь, в принципе, был это главный слайд. Я не знаю, в каких она носках девушки носят носки или нет. Я не мог вам не рассказать. Но это инсайт. И вот это. Мы оторвались на полную с друзьями в эту пятницу. Танцевали под звуки современной музыки, смеялись с шуток искрометных. Спасибо насыщенному хмельному вкусу этого пива. Ночь выдалась на славу. Вкус, рожденный мастерством. А когда про пирамиды бренда будет, Ярослав? Я все пытаюсь понять. Вы точно стратег? Thank you.